Добрый день, дорогие мои подписчики и гости канала! Сегодня мы с вами отправляемся на голландские высоты Рамата Голан. Давайте вместе прогуляемся, посмотрим на природу, полюбуемся животным миром и откроем для себя, может быть, что-то новое. Вот такая замечательная киса среди цветочков, как самый главный цветочек, очень красивенький. Почти в каждом дворе присутствуют гранаты, очень красиво. Цветов, конечно, немного, все-таки конец августа, но они очень радуют глаз и украшают своим присутствием природу. А вы любите цветы? Я, например, не могу просто пройти равнодушно, не поклониться цветочку, не улыбнуться ему. Это такая прелесть, это такое счастье, что они есть. Просто в восторге, когда вижу, что есть цветы. Как вам эта парочка? Просто друзья навеки, неразлучные друзья. И опять гранаты. Разве можно пройти равнодушно и не сфотографировать их? Красиво.